Всем добрый день! Сегодня приготовим вот такой салат. Витаминный, свежий, хрустящий. Как раз по сезону. Весна, витамины организму надо. И вот такой будем кушать салат. Так что давайте готовить. Для приготовления нам понадобятся такие овощи. Редиска, огурец, морковь. Лук зеленый, соль, перец, специи, какие любите. Итальянские, французские травы, я то минимум, перчик и соль. И заправочку потом сделаем. Количество овощей, какие вы хотите, произвольно берите. Пропорции любые. Нарезаем брусочками. Такие брусочки. Количество сами выбирайте, сколько хотите. Вот, достаточно редиски. Я делаю салат на 2 человека к обеду, так что мне много не надо его. Огурчик также буду нарезать. Половинка хватит. Тоже так же нарезаем. Такими же брусочками. Огурец добавляем. Теперь морковь. Морковь на корейской терке. Или на обыкновенной. Вот морковь. Так, теперь зеленый лук. Меленько. Одну луковицу. Достаточно. Салат готов. Теперь заправка. Специально вот купили масло. Пахущее, нерафинированное. Пахнет хорошо. Обычно на базаре муж покупал, но закрыт базар. Так, сюда сколько нам? Ложка, ну 1,5 ложки где-то достаточно будет. Масло, яблочный или винный уксус. У меня яблочный уксус. Соль, перец. Размешиваем. И поливаем наш салат и перемешиваем. Вот такой витаминный салат. Очень витаминный, я вам скажу. Но овощи, знаете, как сейчас эти овощи, все под вопросом, тепличные, то я их в холодной воде перед этим вымочила. Сколько там, час или что, полежали, помыла, все. Если хочется, можно немного сахарку, и будет кисло-сладкий вкус. А так все нормально. Попробуем салатик. Все очень хорошо сочетается, хрустящий, вкусный салат к любому второму блюду. Будет очень хорошо. Спасибо, что посмотрели это видео. Приготовьте такой салат. Вкусный, простой, витаминный. Для организма очень полезный. Понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, подписывайтесь, если кто не подписался. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.